На чем мы концентрируемся, да, вот Андрей мне рассказывал же, что если женщина, например, будет ходить на работу, я говорил, что концентрируется на своем начальнике, да, то, скорее всего, от него она ребенка и родит в энергетическом плане. Ну, а если начальник женщина? Неважно, я к тому, что люди очень часто рожают не своего рода сейчас. Потому что они вот так вот, то есть просто своей концентрацией они это все меняют. В этом-то и проблема. Поэтому, чтобы мы говорили про род, тогда должна быть более чистое взаимоотношение, чтобы люди действительно и в энергетическом плане как бы не соприкасались. Не обязательно должно быть соитие физическое, должно быть энергетическое. А у нас такое количество похоти в мире, что люди постоянно разбрасываются своим родом, своей энергией и так далее.